О метеоястропрогнозах вам расскажет Небесная канцелярия. 9 июля по данным Гизметео в Северодвинске ночью ожидается плюс 14 градусов. Днем температура поднимется до 16 градусов со знаком плюс. Ясно без осадка, ветер северный-северо-западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и к вечеру составит 759 миллиметров ртутного столба. Астрологи сообщают, завтра большая часть дня будет благоприятна. Лишь к вечеру могут дать о себе знать негативные тенденции. Да и то, дело ограничится мелкими недоразумениями. Не возникает проблем в отношениях с близкими. И общий язык найти легко, и компромиссов достичь удается быстро. Одевайтесь по погоде. До свидания.